Провинция. Конец 90-х, многие помнят то время, даже если и не взрослые, может быть, слышали о том, какими были годы, диктовавшие той молодежи свои законы. Спортзал, в который наш герой ходил тренироваться, учил его только одному, в себе не сомневаться. Выполнив мастера спорта по дзюдо, в 17 оставался скромным, не любил попусту понтоваться, но работал часами сквозь боль и усталость. Если вдруг чувствовал слабость, на него находила ярость, все тренеры восхищались, ну что за парень. Но как-то в зал вошла она, и коса нашла на камень. Красивая, молодая, шла под шум от каблуков. То ли знакомая, то ли сестра кого-то из борцов. Он обомлел, для него она стала загадкой. Он еще не знал, что улетит от судьбы на лопатки. Ты не боишься боли, сражаясь до конца. Пока любовь не тронет невинные сердца. Она тебя не любит, не избежит потерь. Она тебя погубит. Прошла неделя, а он будто привороженный, думает только о ней, голодный, сонный. Он прибежал на тренировку с навязчивой идеей. Плевать на все, надо достать ее номер скорее. Брат, не брат, какая разница, я хоть узнаю, кто она, как ее зовут и где она бывает. И узнал, она работает с чьей-то сестрой, а в зал заходит, мол, она без ума от дзюдо. Нашел контакт, добрался до дома, позвонил, лишь бы не подумала, что прилипала, и кретин. Сказал, что дзюдоист, это сломало лед, попросил о встрече, она сказала, что придет, доверчивая, может быть, но он вызывает доверие. После общения недельного не осталось сомнения. Кино прогулки, и вот он держит ее руку. Эта победа вряд ли что-то сулила разлуку. Ты не боишься боли, сражаясь до конца. Пока любовь не тронет невинные сердца. Она тебя не любит, не избежать потерь. Она тебя недели, месяцы, он пропадает, тренер бесится, ведь на носу турниры, а он первый номер в весе, как им объяснить? Он влюбился и с головою, а она не захотела делить его с борьбою. Он упрямился сначала, но пропустил сборы, она ему внушила, и так свернешь горы. Молодого парня повело, но один день изменил все, оставив от идиллии тень. Целых две недели она не выходила на связь. Как же человек вот так вот может взять и пропасть? Ни встреч, ни звонков, а я ведь бросил все, сборы, чемпионаты, тренировки, дзюдо. И вот идя от дома до центрального проспекта, там, где они гуляли, провели весну и лето, в парке, где в первый раз она поцеловалась с ним. Он увидел ее, она целовалась с другим. Его мир рухнул, земля разошлась под ногами, и он будто всем весом шлепнулся об татами. Его охватила злость, сжал в кулаке всю силу, но одумался, одел капюшон, прошел мимо. Спустя два дня он уже ехал в купе, в поезде до Москвы, смотря на небо в окне, ехал бороться, чтобы его не сломила грудь. Он себе пообещал, я больше не вернусь. Ты не боишься боли, сражаясь до конца. Пока любовь не тронет невинные сердца. Она тебя не любит.